Привет, друзья! Забрал несколько посылок, и в этом видео мы распакуем, покажу вам, что ко мне приехало. Честно сказать, даже сам не помню, какие конкретно монеты там должны быть. Хотя одной монете вы будете, ну, очень рады, так как эта монета будет на розыгрыш. Огромная монета из серебра. Так что, если вам эта тема интересна, продолжайте смотреть. Также, друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы не подписаны, так как будут проходить розыгрыши и на этом, и на основном канале. Ну что, поехали! Первая монетка, первый конверт, который мы будем вскрывать. Эта монета куплена мной специально для розыгрыша, так как на канале, на основном канале постоянно у нас рост подписчиков. Я думаю, мы разыграем ее на 40 тысяч подписчиков. Это у нас от очень крутого магазина, который занимается серебряными монетами. Называется он Gold Silver UA. Я там покупаю монетки, а в основном для разных розыгрышей и каких-то прикольных активностей. Давайте покажу вам, какую монету я купил для данного розыгрыша. Ну что, вот такой вот у них логотип, довольно прикольно. Инвестиционные монеты. Магазин занимается инвестиционными монетами. Ух, ребята, это просто бомба. Вот именно эту монетку я буду разыгрывать. Посмотрите, какая здоровенная инвестиционная монета. Блин, так хочется ее открыть, показать. Сейчас одену перчатки и вам покажу. Так, ну что, вот такую инвестиционную монету я буду разыгрывать на своем основном втором канале. Также нужно быть подписчиком этого канала. Просто невероятно. Я провожу регулярно разные розыгрыши. В основном на каждые 10 тысяч подписчиков. Вы мне писали в комментариях, что делая такое, это прикольно. Я думаю, получить такую монету как подарок, это что-то невероятное. Кстати, на этом сайте регулярно проходят разные акции, дисконты. Также рекомендую заглядывать, посмотреть, на что сейчас есть прикольные предложения. Инвестиционные монетки, конечно, просто космос. Вот эта монета будет у нас разыграна на канале. Пока я побуду ее владельцем до тех пор, пока канал не наберет 40 тысяч. Но, конечно, просто класс. Вот такая к ней идет капсула здоровенная. Кусок просто здоровенного серебра с таким потрясающим львом. Просто невероятно. Гляньте. Сейчас разместим. Вот, посмотрите на толщину этой монеты. Так что, надеюсь, на канале 40 тысяч довольно быстро появится. И мы ее разыграем, как обычно, в прямом эфире. Все честно. И отправляю довольно оперативно. Так что вот эта монетка. Ну что ж, давайте дальше. Вот место, где я ее приобрел. Давайте дальше смотреть, что у нас в следующих посылках. Не думаю, что там будет что-то круче, чем эта монета. Хотя, сейчас покажу. Тут у нас две монетки. А, это мне прислали браки. Так как я показывал на своем канале несколько браков, это мне прислали браки, кажется, на аукционе Виолити. Я написал, и человек мне отправил 25 копеек. Смотрите, тут не прочеканы. Видно ли вам? Честно сказать, беру только для того, чтобы показать вам в обзорах, какие бывают непрочеканы. То есть, может, потом поменяемся или разыграю на канале, как подборку сделаю разных монет. Так, это 25 копеек. Что еще есть? 5 копеек. Давайте посмотрим, что тут с 5 копейками. Я уже, честно сказать, не помню. Так, здесь, конечно, непрочекан не так четко виден. Но все равно ягоды не видны. Да, здесь непрочекан не такой явный, но в целом интересный. Так. Вот. Вот смотрите. Просто не видно ягод. Угу. Давайте смотреть. У нас побольше.
здесь мы видим наборы. Наборы для монет. Для монет 1 гривна. Посмотрите. Ну, в отличном состоянии, новые наборы. Потому что я почти все раздарил или разыграл, или на аукцион выставил. Вот такие замечательные, очень красивые папочки. В целом мне нравится. Я говорил уже в своих выпусках, что эти папки для монет номиналом 1 гривна для меня супер. Просто супер. Ребята, так что советую. Кстати, на аукционе у меня выставлены монетки как раз в эту коллекцию, в этот альбом, и в отличнейшем состоянии, штемпельном. Там монетки все, вся погодовка, плюс две монеты бонусные в серебре, 96-й год. Кстати, по цене очень, все вместе, очень хорошая цена. Я поставил вот 2001 и 96-й с поворотом. Такие интересные монетки у меня сейчас выставлены на аукционе, на Виолете, видите, в отличном состоянии, просто шикарная монета с поворотом, легкая патина даже видна на ней, ну, короче, вот это классная монета, и, ну, плюс тут все монеты в хорошем состоянии, 95-й, 96-й, посмотрите, в каком они состоянии, то есть никаких забоинок, никаких там трещин, никаких проблем, грязи, монеты супер. Так что, вот видите, у меня даже наборы закончились, я решил добрать себе наборов. Так, ну что, осталась финальная посылочка, давайте посмотрим, что здесь. Я думаю, это будет очень интересно. Вот такой вот необычной коробочки. Тут у нас будет две монетки. Давайте посмотрим. Первая монета, это у нас брак, засорение штемпеля, гляньте какое, какое-то или масло попало, или еще что, довольно необычное, интересное. Пятерочка, смотрите. Следующая монетка, давайте посмотрим. Сразу на поворот, поворотов нет. Смотрите, здесь Украина, и мы видим, очень плохо пропечатана вторая буква и точка над буквой Е. То есть мы видим, что она как бы проглядывается, но очень-очень слабо. То есть в целом довольно необычный брак. Так, и здесь, кстати, по поводу поворотов, ну здесь тоже ничего такого нет. Ну вот смотрите, какой довольно интересный брачок. Обе монетки, я думаю, стоит выставить на аукцион, посмотреть, сколько же они наберут в продаже. Ну что, вот такие монеты, такие браки.